нас в гостях величайший гитарист, мировая звезда гитары. Это Рон Бамблифут Тау. Мы с ним в течение месяца переписывались, и оказалось, что он настолько классный парень, что согласился, кроме просто мастер-класса, сыграть такое гитар-шоу. То есть в чем оно будет заключаться? Что Рон сыграет чуть-чуть мастер-класса, может ответить на ваши вопросы, а потом мы сыграем несколько песен из его альбомов «Бамблфут» и несколько мировых хитов вместе с великолепными белорусскими музыкантами, которые, я надеюсь, подарят вам сегодня праздник. Начнет этот вечер молодой перспективный гитарист Ярослав Макарич. Все это приезд Рон Бамблфут Тау благодаря нашим друзьям из посольства США, что я очень надеюсь, что наша френдшип будет продолжаться и что еще заморские гости будут приезжать. Итак, встречаем Ярослав Макарич. Всем добрый вечер. Для меня очень приятно сегодня открывать это великое событие, можно сказать, для нашей страны. И свое выступление я начну с одного из своих самых любимых произведений – Роланд Диенс «Небесное танго». Спасибо. А сейчас прозвучит классическое произведение, но в моей современной аранжировке, можно так сказать. Йоган Мерц, «Тарантелла». Thank you.
Спасибо. Ну, сейчас немножко лирики. Для вас исполню композицию, которую написал мексиканский композитор Хуан Гейрос, которая называется «Бразильский вальс». Сейчас прозвучит композиция в стиле фламенко Йован Йовичич Фарука. Thank you.
Ярослав Макарич. Сейчас на эту сцену выйдет Рон Бамблифут Тау. Встречайте! Good evening, everybody. Добрый вечер! This thing weighs like 85 pounds, so I'm gonna sit. Но поскольку гитара у него весит где-то порядка 40 килограммов, он шутит, то я, наверное, лучше присяду. So how is everybody tonight? Cocktail? Hang on one second, I'm just gonna move something over. Сейчас мы чуть-чуть поднастроимся здесь. This is my band. Здесь моя группа. Okay. Here we go. Спасибо большое. Thank you all very much for being here tonight. Большое спасибо, что вы сегодня здесь все собрались. This is my first visit to Minsk. Это мой первый визит в Минск. And hopefully not my last. И будем надеяться, что не последний. I want to thank the U.S. Embassy for bringing me here.
Я бы хотел поблагодарить посольство США в Республике Беларусь за то, что они меня сюда привезли. Thank you, embassy. Большое спасибо, посольство. Love you. Я вас люблю. All right, should I play another song? Does anybody have a quick question or anything? Or, yeah, how are we doing this? What are we doing? Я думаю, сыграть мне еще одну композицию, или, может быть, у вас у кого-то есть такой небольшой вопрос? There's one. Hand up. Yeah. Guitar strings. Вопрос был, какие струны использует Рон, и Рон отвечает, для гитары. These are Ernie Ball Slinky 9 to 46 and 12 to 56. На нижнем грифе ладовом 9.46, на верхнем 12.56. Да. Guitars suck! Но происходило много всего интересного, когда я пил пиво. I like beer, I just don't know if beer likes me. Я-то люблю пиво, но я не уверен, что пиво любит меня. I like a lot of things. Я очень многие вещи люблю. But it's very good that I don't do the things that I like to do. Но очень хорошо, что я не делаю тех вещей, которые мне нравятся. For the safety of myself and others. Хотя бы с точки зрения безопасности, как личной, так и других. For the good of mankind. И в целях безопасности всего человечества. To not embarrass my family.
так, чтобы как-то не оскорблять мою семью. And not to spend the majority of my life with my face in my hand looking at YouTube videos of myself doing really stupid things. И так, чтобы не закрывать лицо руками бесчисленное количество раз, каждый раз, когда я смотрю на какое-то свое видео на YouTube. For these reasons and many more, I don't really drink too much. По этой причине и еще по многим другим причинам я очень мало пью. But you all are welcome to drink until you are face down on the floor. Please. Но вы все можете пить, пока не упадете лицом на пол. And I will drive you home. I will tuck you into bed and take your shoes off and make sure you're okay. Я даже могу отвезти вас домой, помочь снять обувь и удостовериться, что вы добрались в целости и сохранности. And then I will keep your shoes. И потом оставлю у себя обувь, которую я с вас сниму. When you wake up the next morning with a hangover and you're going to be wondering where the hell your shoes are. И когда вы на следующее утро проснетесь с похмелья, вы будете задаваться вопросом, куда же подевалась моя обувь. Yeah. And I'm going to have this huge collection of Belarusian shoes. И у меня будет огромная коллекция белорусской обуви. And I'm going to open a used Belarusian shoe store on eBay. И на сайте eBay я открою магазин подержанной белорусской обуви. I will make a fortune. Заработаю огромное состояние. And then I will buy plane tickets back to Belarus. И на эти деньги куплю билеты обратно в Беларусь. Where I will go and collect more of your shoes. И здесь я приду и насобираю еще больше вашей обуви. Questions. Может быть, еще вопросы? Anything. Yes, hand up. You.
With your cute little hand, where'd you go? What you gonna say? Okay. Do you need drugs to get to paradise? Нужны ли наркотики для того, чтобы попасть в рай? No, you can get there without them. Ну, well, можно попасть и без них. It depends how you define drug. Зависит от того, что вы имеете в виду под наркотиком. For me, playing guitar is my drug, so it's kind of my paradise. Для меня наркотик — это моя игра на гитаре, поэтому можно сказать, что я уже в раю отчасти. It has taken me to all kinds of wonderful places, like here. So, благодаря. Yeah. It's the best drug in the world. Благодаря своей гитаре я отчасти попадаю в рай, на меня благодаря ей я попадаю в различные потрясающие места вроде этого, так что да, можно сказать, что она меня ведет в рай. As for Belarusian girls. Что касается белорусских девушек. They're really, really pretty. Они очень-очень красивые. And I'm just gonna shut up now before I say too much. И я, наверное, а мне лучше замолчать прямо сейчас, прежде чем я скажу слишком много. Yes, very beautiful. Да, они очень красивые. Thank you for being so beautiful. И спасибо за то, что вы такие красивые. Так что я все сказал, наверное. So, shall I play another song? Сейчас сыграю еще одну композицию. See the reaction. Я просто хотел посмотреть на вашу реакцию. Cool. All right, what else? What else? That was the most fucked up show we ever played in our lives. That show that's on right now.
А то шоу, которое вы сейчас видите на экранах, это было самое ужасное шоу, которое когда-либо у нас происходило. Rock in Rio 2011. Название фестиваля было Rock в Rio 2011 года. It was in Rio de Janeiro. It was October 2nd, 2011. Шоу состоялось 2 октября 2011 года в Рио-де-Жанейро. I'm like Rain Man. I remember the date of every show. И я как человек дождя из известного фильма помню дату каждого нашего концерта. It was great. Clapping. Okay, so it was raining so much. You can't really tell from the video, but the rain was so heavy that it was on the stage. They were like trying to sweep the rain off the stage. And it was like maybe about 2 inches high, and it was starting to cover all our pedal boards, all the water on the stage. And it was making like pyro go off, because it was just, it was making like the contacts trigger. It was crazy. И вы можете видеть по видео, что идет дождь, но вы себе не представляете, какой он был силы, потому что он залил сцену где-то на 2-3 дюйма, и мы пытались убрать эту воду, и залило настолько высоко, что залило даже наши гитарные педали. И, разумеется, полетела какая-то пиротехника, потому что просто она не контачила. It was a tough show for me personally. Для меня это было достаточно тяжелое шоу. It was my first show after having a car accident. Потому что это был мой первый концерт после того, как я попал в автокатастрофу. And I wasn't able to lift my arms. Я не мог поднять руки. Permanent nerve damage. Потому что у меня были нарушены нервы. So I did 3 months of really heavy physical training. И у меня 3 месяца до этого были достаточно был достаточно жесткий период реабилитации физической. But I was in constant pain 24 hours a day, non-stop. Но у меня все равно все болело 24 часа в сутки без перерыва. So I was loaded up with drugs. Поэтому меня накачали наркотиками. Not illegal drugs, although the combinations of the drugs were probably illegal. Нелегальными наркотиками, хотя та комбинация всяких лекарств и наркотиков, которые там были, наверное, в итоге привели к чему-то не очень легальному. So every day we would have to invent a new concoction to figure out how I could get through the day. Каждый день мы разрабатывали какую-то новую рецептуру, чтобы понять, как я смогу пережить вот этот день, следующий. So on this occasion, if I remember correctly, it was a handful of Advil. В данном конкретном случае, если я правильно помню, это была целая горсть Адвила. A pain medicine, a pill called Flexeril. Еще один антибиотик такой Flexeril. And a whole bunch of mojitos. И огромное количество мохито. And I learned the day before the show that if I have 6 mojitos, I know how to play the piano. И за день до этого я понял, что если я выпью 6 мохито, я знаю, как играть на пианино. Now, I really don't know how to play the piano. На самом деле я не умею играть на фортепиано. And if you have 5, can't play. 6, I was playing everything. I was just Stevie Wonder. I was going at it. And 7, couldn't play. So 6 mojitos and I could play the piano. На 5-м мохито я понятия не имел, как играть на фортепиано. На 6-м я был как Стиви Вандер и мог сыграть совершенно все, что угодно. На 7-м я снова не умел играть на фортепиано. I mean, I was kicking ass. Так что это было достаточно жестко. I think I was singing too. I have to check the YouTube videos. You are the apple of my eye. Yeah. Nah, I need the mojitos. It doesn't work without the mojitos. No, без мохито не работает. Oh, 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 you are the sunshine of my life. Nah, I need the mojitos. Да, вот для этого мне точно нужно мохито. Чуть-чуть Стиви Вандера. Mama, who, man? You're not, 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 not
I am both and neither. Я и то, и другое одновременно никто из них. I just play. Вопрос был в том, насколько есть музыканты, которые преследуют какую-то свою идею, есть музыканты, которые пытаются удивить своей техникой. Ирон отвечает, что я одновременно и тот, и другой, и одновременно никто из этих двоих музыкантов. I just... Okay, cool. Thank you. Gracias. I just play and try and think as little as possible. Я просто играю и стараюсь как можно меньше думать. Thinking is the enemy. Потому что думать или мышление в данном случае это враг. Never think too much. Никогда не думайте слишком много. Don't overthink. И снова никогда не передумывайте в значении не думайте слишком много. Yeah, just go by this and go by your instincts and see what happens. Следуйте своим инстинктам и посмотрите, куда это приведет. Oh, what pedals am I using? I am using something called a Vox ToneLab EX. I have no idea what the EX stands for. Я использую педаль фирмы Vox, которая называется ToneLab X, и я понятия не имею, что значит расширение X в данном случае. I plug it into the amp and I get sounds. So yeah. Я просто ее подключаю к комбику и извлекаю звуки. Вот и все. Fretless. Без ладовая. It's like a big giant slide. Как будто один большой слайд. Audience requests. Что еще? Я принимаю заявки от Hand публики. Up. How much money do I make a year? Not enough. И вопрос был в том, сколько зарабатывает Рон, и Рон говорит, недостаточно. For what I got to put up with on that stage? Not enough. За то, что мне пришлось пережить вот на той площадке, точно недостаточно. If I was in it for the money, I'd be doing something else. Если бы все дело было в деньгах, я бы, наверное, занимался чем-то другим. Thank you.
band. Yeah, we got our band. All right. И теперь Everyone, у нас уже есть группа. И давайте поаплодируем нашей группе.